сгорел вдруг вчерашним днем. Да более ясным и простым каждый спуск и каждый свой подъем. Увидишь словно с высоты и давняя мечта вдруг опалит огнем. Прожить бы вновь ушедший день, все зная о нем. Вновь искать тех нечастных встреч, тогда не понят их тобой. И суметь, наконец, сберечь любовь, что нам дана судьбой. И снова жизнь прожить, исправить и напеть, чтоб завтра больше ни о чем. Сначала путь гаснет, ушедший день, как случайный крик. Еще одна ступень, просто лишний миг. Станет все отгореть днем, да более ясным и простым. Только где силы мы возьмем в тот день построить вновь мосты и снова жизнь прожить, исправить и напеть, чтоб завтра больше ни о чем нам не жалеть.
Добрый вечер! Называется «Воскресенье». Мы хотим предложить ваше внимание. Большое спасибо!
период тревожного пандемийного года. Эта песня называется «На семи ветрах». Песня называется «Миллионы». Миллионы ног крутит этот шар земной, миллионы рук его хранят, миллионы горящих глаз светят навстречу ночи смело. Мы встаем
Солнца рядом ряд. И сердцами наш мир согрет. Большое спасибо, Артур Беркут!
Большое спасибо, дорогие друзья. Двери в широкий мир, в том числе и зарубежных гастролей. Вы знаете, мы... Мы сегодня хотели сыграть некоторые песни, которые мы не так часто играем. Одна из них называется «Я люблю». Я люблю мир, любовью создан. Я люблю.
Большое спасибо. Землей.
Большое спасибо, дорогие друзья. Эта песня называлась «Облака». Следующая песня. Мы очень-очень давно не играли и решили сделать подарок самим себе. И надеемся тем слушателям, которые помнят эту песню в нашем репертуаре. Она называется «Старинная баллада». Ветер заглянул ко мне домой, устав играть сухой листвой. Он просил ночлега и тепла, осень сад зажгла, по грянцам осень сад зажгла. Вот мой нежданный гость присел к огню, и как веками повелось. Тихо речь начал свою. Yeah.
ветер мой согрелся, задремал. Быть может, он не все сказал. Где-то за далекой, за рекой, осень сад зажгла, багрянцем сад зажгла. Чужой, чужой венец сиял, шел пир хмельной, никто в край вереска не звал. Не звал гонца за мной. Большое спасибо! Настало время представить вам тех, кто повинен в нашей сегодняшней встрече. Давайте начнем с тех, кого нет на сцене. Это наш замечательный звукорежиссер Юрий Астафьев и наш старинный друг, человек, благодаря которому мы сегодня имеем возможность встретиться в этом зале, Юрий Фишкин.
исполнительный продюсер этого концерта. И, конечно, Александр Борисович Градский, который предоставил нам любезно свой зал. А также наши замечательные поэты, песни на стихи которых вы сегодня слышите. Это Маргарита Пушкина, Саша Паришин, к сожалению, ушедший из этого мира, Наум Олев, Сергей Патрушев и Борис Баркас. И, конечно же, нельзя не вспомнить нашего бессменного до этого концерта гитариста и основателя группы «Автограф» Александра Сетковецкого. Позвольте также представить вам тех, кто сегодня находится на этой сцене. Дамы и господа, с нами сегодня восхитительные музыканты, квартет струнных Moonstrings. В составе Артур Адамян, первая скрипка. Андрей Рухадзе, вторая скрипка. Шалам Саидов, альт. И виолончель Николай Соловович. Наше волшебное духовое сердце. Наше высшее духовенство. Михаил Гудков, тромбон. Салман Адуев, труба. Константин Лиховин, саксофон. Ну и, конечно, всегда ваши вечно молодые рыцари рок-н-ролла. Александр Поздняков на гитаре. Никита Поздняков, бэк-вокал. Леонид Макаревич, клавишные инструменты. Краса и гордость отечественной рок-сцены Артур Беркут. Наш замечательный старинный друг, специальный гость сегодняшнего концерта, человек, отдавший автографу 4 года своей жизни, Сергей Мазаев, саксофон, вокал и кларнет. И душа и интеллект группы «Автограф». Самый добрый участник нашего коллектива, бессменный бас-гитарист, автор многих произведений, фаготист, продюсер, композитор Леонид Гудкин! Ну и на сладкое. Весь вечер под куполом цирка без страховки, на голом адреналине наш единственный и неповторимый Виктор Михалин, барабаны, ваши аплодисменты! Спасибо вам огромное, дорогие друзья.
автограф. Как мы сегодня говорили в начале, в этот концерт вошли песни из самых разных эпох, и в том числе песни и инструментальная прелюдия, которую мы хотим вам предложить. Мы не играли, дай бог памяти, года, наверное, с 86-го. Эта песня носит, в общем-то, такую судьбоносную функцию в группе «Автограф», потому что в 84-м году мы написали вместе с поэтом Наумом Олеон, замечательным нашим, ныне, к сожалению, ушедшим, рок-сюиту, который назывался «Век номер 20». Ничто не предвещало беды, но одна из частей этой сюиты понравилась исполнительным продюсерам фестиваля «Life Aid», который проходил в 85-м году в Лондоне, как вы знаете, собрал 2 миллиарда зрителей. И «Автограф» был единственной группой, которая была достойна чести участвовать в этом фестивале из тогда еще коммунистического блока. К великому сожалению, слова этой песни актуальны и сейчас, и мы хотим вам предложить вашему вниманию инструментальную прелюдию фа минор и песню, которая называется «Нам нужен мир». Thank you.
сверкая, как коралл, ждет с утра твой корабль, готовый в путь. Быть опять
держит за руку меня. Я здесь, я дома, и я хочу лишь одно сказать. Храни себя. Словно пули, и вся планета под огнем. Как нам уберечься в этой войне с невидимым врагом? Храни себя. Группа «Автограф», легенды: Леонид Макаревич, Леонид Гудкин, Артур Беркут, Виктор Михалин, Юрий Фишкин. Струнный квартет «Boom Strings». Наша замечательная духовая секция и наши замечательные братья Позднякова Александр и Никита. И, конечно, вы наша самая любимая, самая прекрасная публика. Градский холл сегодня просто жёг. Большое спасибо, дамы и господа. Надеемся, до скорых встреч. Мы вас любим.